Всем привет! Вы на канале Тот Самый Начальник. Спасибо, что смотрите наши выпуски. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии. Для нас это очень важно. Но есть шокирующая новость. Я больше не могу так работать. Все, я увольняюсь. И не надо писать потом вот в комментариях, где Оля, верните Оль. А вы не были на моем месте. Вы поработаете вот с ним. Мы должны были сейчас идти патрулировать. Но Максим Константинович вчера со своим помощником Алексеем посмотрели Дэдпул Росомаха. Вот, пожалуйста, что они делают. Пока, за красавчик. Опа, здорово, Оль. Здорово, я теперь Дэдпул, а это Росомаха. Давай, готовься, все, поехали. Понимаешь, мы все. Ну вот, теперь что творим. Очень рад за вас. Чего ты рад? Вообще, у каждого супергероя должна быть супер-женщина. Будешь? У меня нет костюма. Тебе можно без костюма вообще, можно без него ходить, мне так тоже нравится. Понимаешь, все, мы теперь будем мир с легкой спать. Ты готов, что ли? Да, я Росомаха! Росомаха, давай, поехали, давай, бей! На! Так, тихо. Стой. Че, тихо, у меня регенерация, ты че, я супергерой, соберись. Поплыл, регенерация, все, Оль, мы теперь будем мир спасать с легкой. Че делать? Дай какое-нибудь задание, подкинь. А я бы, любое. Любое, давай. Проблема на улице Минской с песочницей. С песочницей? Да. Проблема с песочницей. Вернулся песочный человек. Точно. Бери, вставляй, все сейчас, обратно. Сейчас соберусь. Давай, собирай, все. Мы пошли, Оль. Песочный человек. Давай, мы погнали. Все, пошли. Я дотпол, у меня тут два ножа. Ну, я точно увольняюсь. Мы с Максимом Константиновичем пришли на наш рынок, потому что от продавца поступило заявление. Вот сейчас будем проводить следственный эксперимент. Пойдем, уже все уже проводит. Значит, вы отошли от своего ларька, правильно? Да. Подошел некий мужчина. Да. Подошел, открыл вот так бутылочку, верно? Вот так вот налил, вот так вот. Холодненькую водочку налил такой. Выпил и вот так взял и... Допустил вашу помидору, правильно? Да. Правильно. А дальше что было? Я знаю, что дальше. Не надо, я уже все опросил, пока ты на камеру там стоишь, а-ля улю. Дальше мужчина налил еще раз, правильно? Вот так налил. Ледяную тягучку вот эту, тягучку налил такой. Выпил и закусил такой персиком, да? Персиком закусил, да. А-а-а. Дальше я все знаю. Дальше он налил. В наглую вот так, третью взял вот так. И закусил вашу награду, правильно? Да. Все, и потом потянулся за его сигаретой. Вот сюда, вот так взял. Никуда он нахуй не потянулся. Ну все, вот сигарет я уже так от себя накинул. Что будем делать? Ну, фоторобот составлять надо. Точно, нужно фоторобот. Не надо ничего составлять, пошли. Пошли. Вот он лежит. Вот он! Леха, это наш Леха, это он был, да? Да. Все, шеф, спасибо, разобрались, давайте. Оль, иди, все, идите, я разберусь. Иди, Оль, давай, это... Леха, ну-ка немножко, на лук, так я тоже с тобой прилягу. Давай, Оль, часов в шесть вечера, наш заберешь с пивком, только приди, Павел, все, давай. Леха, подвинь, что ли, немножко, на луке он лежит. А работать кто будет? Оль, ты придешь, давай, все. Капец. Оль, слышишь, я вот думаю, что, если честно, я такой экстрасенс. Мне кажется, что у тебя любимое число 69. Ой, отстаньте, а. Ну что отстаньте, Оль, не отгадал? Что это такое? Что у нас происходит? Что у нас здесь опять происходит? Куда? Я тебе сказал! Ну, гуманист, Люк, Пожалуйста, ты что еще, а? Успокоились, что орёт, потом все улицы жалуются уже. Что орёте? Начальник, вот я Любу отправляю в Дубай бабки зарабатывать. Достал бы, не поеду никуда, сказала. Не поедешь, пожалуйста, я уже договорился, блядь. Что вы несете? Какой Дубай вы Любу отправляете, а? Любу в Дубай отправляю. Хули она тут по району ходит, по 1500 зарабатывает. Там бабок меряно, немеряно. Люб, ты хули, блядь, ты теряешь, Буш? Не хочу я никуда, я тебе сказала уже. Люб, пожалуйста, угомонись. Там бабок просто ебанистическое количество, понимаешь? Давай, все, успокаивайся. Пробежимся по английскому языку. Как будет кровать по-английски? Бэт. Так, да, давай. Только не на лицо вот так как бы. No face. No to face, вот так запомни. Так, давай. Нет. Только не сюда. No. Да не помню!
помню, да, я блин, не хочу, все, не поеду. Все, Люк, пожалуйста, угомонись, я тебе там если что справочник по английскому положу. Успокойся, то есть человек не хочет, а? Не хочу. Не хочет, а что ты к ней пристал, а? Да нихуя себе не хочет, я вообще, блядь, договорился за неделю с этими шейхами, тоже как шейх оделся, представительно, блядь, в белом, нахуй, чтобы на этом солнце не загореть, блядь, с ней поеду. Все, Люк, давай, успокайся, вот тебе коробка презервативов на первую неделю хватит. Вот тебе полторашка смазки. Че это такое? Ну там Ферри размешал с водой, мы тоже, блядь, бюджетники, Люб, с тобой. Да фу, да не возьму я да ничего. Да нихуя, Люб, ну хватит. А вы меня, конечно, вот извините, а вот кого, кто Любу возьмет, да, в Дубай? Нихуя себе кто возьмет, у нее вообще справка в бассейн есть, от столбняка прививку вчера ебнула. Не поеду я. Человек не хочет ехать, все, ты понимаешь? Все, отстанет, нет. Все, начальник. Не поеду я. Давай свой загранпаспорт. Все, отошли, отошли, какой загранпаспорт? Давай загранку. Нет у меня загранки. В смысле нет? Ты что, блядь, с этими ни разу не ездил, что ли, куда? У меня всего был один иностранец. Итальянец Ашот Камшотов, да. Вот. Ну ничего, вот. Вы лишь видишь, загранки. Давай, бери чемодан, все, проходи, расходи. Не поеду я, ясно? Никуда я не поеду. Да нихуя себе, Люб, я договариваюсь. Все, рот закрой, я сказал, я не поеду. Все. А ты вообще, рожа свиная, иди в жопу. Ну все, она никуда не едет, оскорбление сотрудника в каталажку, все, давай. Да пиздец, я целую иди неделю сюда, с этими шейхами. Иди сюда. Иди сюда, я тебе сказал. Ну вот и подходит к концу наш рабочий день, все, время час дня, можно уже домой идти. Вот у меня только пассажир что-то грустный по дороге попался. Ты чего здесь случился? Чего грустный, я тебя спрашиваю? Нет, ничего. Ты можешь разговаривать, я тебя не забираю, каких вопросов тебе нет. Да ничего не грустно, начальник. Тебе какая разница, ты че, блядь? Чем помочь, что ли, можешь, или че, блядь? Могу я, просто, ну, ты с моего района же, мы с тобой дружим. Че случилось, я же, ну, друг твой. Все, настроение понаклонное, блядь. Ну, че, скажи, нормально, че случилось? Да-да. Ну, че, у тебя этот мотоцикл не заводится, поди? Заводится. Ну, чё ты? А, всё, я понял, тебе в магазине перестали в долг давать тетрадку записывать, дай. Да, не, вот. Как видишь, всё дали, всё записали. Ну, чё, провода срезал, это, сдал в чермет, а на медь цена упала, да, дешевле стала, ты расстроился. Да, не, там тоже он всё заебись, вон. Ну, чё тебе это, что ли? Зинка, что ли, перестала, это, соседская, да? Да я уж хуя об неё стёр, ты чё? Все нормально, начальник, все нормально. Ну, подвинься, ну скажи, что ты, да, помогу ай, тебе. Ай, блядь, на руку сел, блядь. Извини, что случилось? Ты же знаешь, начальник, я же душа-то творческая, да? Творец, на. Так. А так получается, что мое искусство никто не слушает, вот и грущу. Из-за этого реально грустишь? Ну, грущу, никто меня не слушает. Ну, я твой, ну, я друг же твой. Давай я буду это... Слушай, давай, пой, что-то. Песни? Да. Давай. Давай, послушаешь, да? Да, давай. Да, да, вот да. Видишь, настроение сразу поднялось, давай, давай. Да? Что да за песня? Олег Газгольдер. Ой, Газгольдер, говорю, Газманов, блядь. Газманов? Давай, давай Газман, давай, начали. Давай. Давай. Как же так получается, штрафы на меня выписаются, вроде не делаю ничего, а ты пишешь их мне. А ты про меня. Говорю тебе, отъебись, иди делом своим займись, а ты хуячишь, хуячишь мне их от зари до зари. Эй, 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 а я ясные дни, ваши штрафы плачу, а я в хмурые дни тебя нахуй пошлю. А вот он сидит грустно, опять проверял, придумал. Ну-ка, гитару, что ты стал? Опа! Ай, ясные дни. Ну-ка, здесь, все, поехали, веселее. Ваши ебучие штрафы плачу. Пусть у меня там петь в каталажке, пойдем. А я хмурые дни. Далее, пошли, все, ебать, наебал. Поднялся настроение сразу, пошли. Давай, еще одну песню знаю. Давай. А мусора. Так, все, это сразу, ты знаешь, мне не нравится. Все, поехали. Сбаль. Дай гитару. Сбаль. Дай гитару. Сбаль. С большим ебальником начале. О! Ты что здесь делаешь?
Ну-ка, нахуй! Ты что здесь делаешь? А вы что? А вы что здесь делаешь? Я только что снимал с вами. Иди отсюда, бля, шоколенок тебе в машину залез. Здорово, молодежь, небольшая пауза. В своем плотном графике между завтраком и обедом я нашел ту самую минутку и успел зарубиться в новую приколюху. Пополнить баланс там очень легко, потому что предоставлены абсолютно все методы. В слотах можно выиграть до X300K. Ну как вам объяснить, если вот 5 рублей поставить, можно выиграть 1,5 миллиона, но вы там соберитесь. Не все так выигрывают. Самый главный плюс – то, что выигрыш можно вывести к себе на карту буквально за 10 минут. Если вы любите азарт и любите экстрим, это точно вам подходит. А если вы пополнили свой депозит больше, чем на 5К, вы можете написать вот эту секретную фразу «Gold» в службу поддержки и получите плюс 100% к своему депозиту. Рассказываю, что нужно сделать. Переходим по ссылке в закрепленном комментарии. Сайтов с играми много, но лучший в мире только один. Селектор. Так, кто видос врубает, тот штраф получает. Вот это правило просто никогда в своей жизни не забывайте. И не забывайте подписываться на наши телеграм-каналы. Там много всего интересного. Да, на телегу, на мою, на Ольну, на Чернобыле и на Любе, на все телеги подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайк, пишите комментарии, дайте этот YouTube как-то там прокрутим эти шестеренки, чтобы все заработало. Все. Часть семьи, ее мое, все. Тебя не было, там Люб, там солнечный сердце не остановил. Все, в расход, Оль, танцуйте, пожалуйста. Пошли, облучен. Чемодан, да? Возьми, Любин. Все. Пошли. Что, лучше меня, прям? Ну там заблокируют видос после такого. Все, пошли, собирай, короче.